Приветствую любителей бильярда! С вами на связи ваш интернет-коуч Игорь Литовченко. В этом выпуске мы покажем вам самые интересные моменты коммерческой встречи с Айдосом Туганбаевым. Приглашаю вас в нашу онлайн-школу, благодаря которой вы сможете поднять свое мастерство в бильярде, получить тренировочные программы, исправить свою технику, стойку, удар, прицеливание, а также улучшить свои навыки по отыгрышу и ведению игры. Давай в американку сыграем до двух побед. Ты двумя руками, я одной. Угу. Ну, разницу дай мне 5 шаров вору. 5 шаров, в американку. 5? Да. Ну, хорошо, давай. До двух побед 100 долларов. 100 долларов, да, разыграем? Да, ну, чтобы интересно было. Только два сета. Если я проиграю первый сет... За отмазку, да? За отмазку. Если 2-0, то я закончу. Хорошо, все, давай тогда. Мы поставили куш. Хорошие тебе игры. Первые удары Айдоса. Бьет обычно удары с борта. После незабитого разбоя забил 2 шара. Забив 2 шара, я ошибся. Игра за Айдосом. Айдос стремится бить с борта. Делает удар с выходом. И не забивает самую подставу. Обратите внимание, это признак того, что все-таки игра одной рукой очень нестабильная. Здесь получился удар с нарушением. И Айдос все равно ищет удар с борта, потому что для него это проще. Ошибается сильно на свояке, потом ошибка с моей стороны. Дальше отыгрыш. Ну, следует отметить, что я здесь, ну, неважно, играю в нехорошей форме, потому что не играл около полутора месяцев. Обратите внимание, как здесь Айдос красиво забивает. И все равно ставит кий на борт. Как ты так забил его? У тебя же этот борт мешает. Я же в последний момент должен это поймать же, то, что вот видишь, мне надо, какой удар. Ты просто как бы ложишь, да? Ложишь, да. Паузу, и с паузы просто, да, бьешь, как, да, бы... Ну, я понял эту тему. В первой партии Айдос набирает 5 шаров и побеждает в партии. Очень непросто играть такие удары, есть ошибки, и, как видите, постоянно дает игру. Если взять натренированного игрока уровня КМС, шансов будет, конечно, мало. Обратите внимание, насколько много раз ошибается Айдос, сколько шансов дает. Здесь получился не очень хороший удар, подставка. Снова удар, самый простейший, удар с пистолетика, и забить его непросто, друзья. Получается, Айдос очень много дает попыток, и мое мнение, фора 10-5 здесь даже не спасет игру. С такой подставы идет накат. Потом рядышком шар. Потом я решил сыграть бортовым шаром через весь стол, потому что другого варианта не было. И смотрите, как повело шар, он чуть ли не попал в борт. Из-за этого произошла ошибка, и первый сет я проиграл со счетом 0-2. Все? И пасту кидаем, да, еще? Да, давай. Да. Приглашаю вас в нашу онлайн-школу. Я могу вам прописать программы тренировок по бильярду, что лучше всего тренировать, чтобы вы за минимальное количество времени получали максимальный результат. Итак, начинаем второй сет. Разбой Айдоса. Ошибается. И сейчас... Представляю вашему вниманию. Смотри, тут как можно. Мастер-класс по подкатам. Пожалуй, это самый мой любимый элемент, который получается лучше всего. Попробую я аферу эту. Не, я понял, понял. И угадал. У нас в школе бильярда
этому элементу посвящено даже целое видеозанятие, в котором вы можете подробно узнать, как качественно, грамотно уметь подкатывать подобные шары со всеми тонкостями и нюансами. Это на самом деле кажется только простым со стороны, но если вникать, здесь целая философия. Я эту партию забираю. Здесь хотел сделать натяжкий перевод в угол. Дальше свояк с подбоем бортового шара. Очень удачно получилось, как видите. Дальше удар на оттяжке. И на завершение резанный чужой. Как раз получилось с подбойчиком на продолжение серии. Можно я на серию продолжу? Давай. Мне просто после наших занятий, у меня мозги по-другому работают теперь уже. Видение по-другому, да? Видишь шара по-другому. Видишь вообще по-другому. Я вообще советую всем курс твой, ну, который сделали. Мой разбой неудачный. Конечно, открываю позицию. И смотрите, друзья, в этой позиции по-хорошему надо собирать партию и больше не подпускать к столу. Красавчик. Но Айдос опять ошибается и дает шансы на игру. Возможно, Айдос мог бы добавить, но смотрите, какие ошибки есть. Это не хорошо, не плохо, это просто так есть. И я повторюсь, у меня тоже здесь очень нехорошая форма, потому что большой перерыв был летом. Но, тем не менее, руки помнят, и некоторые вещи получается исполнить. В этом ударе я пытаюсь подбить бортовой шар, не дотянул. Потом бью свояка. Снова бьет Айдос. Попадает очень близко, но не забивает. Очень рядом. Наконец-то подбиваю бортовой шар на подтяжке и забитию чужого. Это я сейчас 1-0 веду, да? 5, да, 5-3. По шарам, а 5-2 по шарам, 1-0 по партиям. Здесь мне остается всего 5 шаров, чтобы выиграть партию. Средняя луза, конечно, на этих столах очень строгая, и нужно быть внимательным, стараться попасть как можно правильно. Блин, он вообще не режется, ты понимаешь? В этой позиции я хотел закончить пистолетиком, потому что Айдос показал нюансы. Я же перерезал. Но, к сожалению, перерезал. Снова удар с борта, ошибка. А выход топода. А выхода нет. Обратите внимание, после моей ошибки стоит прямой шар в угол. Но Айдос выбирает свояк, потому что он проще. Во-первых, кий ставится на борт, во-вторых, свояк проще рассчитать, чем чужой. Чужой необходимо качественно бить и активно. Одной рукой сделать это крайне-крайне непросто. Опять Айдос много не попадает. Здесь молодец. И у нас сейчас партия решается в последнем шаре. Да, сорвалось. Здесь я сделал отыгрыш, где поднял прицельный шар, поднял биток, и Айдос забивает шар, забирает партию. Что? Вырвал. Контровая. Чувствую его. Ну, а в контре Айдос вообще разбил так, как самому лучшему другу. Ну, это сильно попал. Удар под партию. Ну, почти. Что позволило мне набрать шары и оторваться вперед. Здесь я пытался вытянуть на угловую лузу, много перетянул. Конечно, когда давно не играешь, немного притупляются состояния. Ну а здесь Айдос уже рисковал
бил под углом, у него это хорошо получалось, при этом опора на борту и удар из борта. Здесь ошибка, хотя мог бы забить очень-очень легко. Если бы забил, мне было бы крайне трудно. А так у меня продолжается набор шаров. Следующий удар, удар по отыгрышу. И тем не менее я поднимаю шар, и для айдоса это рабочий вариант, даже проще, чем какой-то чужой прямой. Ну и последний шар получился случайным, простонародье называют его дурак, снукер и флюк. Возвращаю, благодарю. А с вами был на связи ваш интернет-коуч Игорь Литовченко. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу игры одной рукой. И следует отметить, что техника игры одной рукой не для того, чтобы вы показывали свое мастерство или стремились к каким-то результатам. Играя одной рукой, вы перестраиваете свое восприятие, свое мышление на правильный, развивающий, качественный уровень. Всех благодарю за внимание. Переходите в нашу школу, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и до новых встреч!